Перед тобой открыты границы любой страны, а тебе хочется только домой. Хочется вернуться в наш город. В дом, которого уже нет. Там одни руины. Страшно. Страшно представить, каково это. Девочка полтора годика с простреленной ногой. Моей доченьки уже больше нет. Ребенок несет маме на могилку то, что ему дают волонтеры. Дали ему сок. Он пошел с мамой, поделился. Истории войны. Я люблю его очень. Я надеюсь, что он рядом. И он видит и слышит. В это воскресенье, 18:15 по киевскому времени.